От этой теплосети на улице Георгия Исакова зависят тысячи людей, а именно их комфорт. К участку подключены жилые дома, школы, больницы. Сеть ввели в эксплуатацию еще в 1977 году. За последние 3 года здесь уже произошло 6 повреждений, поэтому ремонт был неизбежен. На объекте проводят замену участка трубопровода протяженностью 200 метров. Все работы находятся на контроле. Депутаты партии «Единая Россия» каждый год по собственной инициативе, можно сказать, участвуют именно в контроле, в ходе работ по подготовке к зиме. Мы не только выезжаем, смотрим глазами, мы фотографируем, представляем чек-листы главы города. Смотрим также не только сроки выполнения, а именно культуру выполнения работ. Это очень важно. Безопасность работ, чтобы было огорожено, чтобы гражданам было удобно. Кстати, про удобство. Ремонтные работы проводятся с сохранением горячего водоснабжения. Для этого потребителей переподключили. Также к отопительному сезону готовят теплосети и в других частях города. 1,5 миллиарда мы вкладываем в этом году в ремонтную инвестиционную программу. Меняем 46 участков тепловых сетей. Это 36,5 километров вместе с текущим ремонтом. Если сравнивать с 2018 годом, сейчас ремонтов производится в 4 раза больше. Поэтому все чувствуют, что зимний период, по крайней мере, длительных отключений или отключений с большой зоной у нас все меньше и меньше. Что касается объекта на Георгия Исакова, участок трубопровода практически заменен. Плановый срок окончания работ – 25 июля. Однако пока ремонт идет с опережением графика. Ирина Корчагина, «День с толком».